Ежегодно летний отдых детей в оздоровительных лагерях частично компенсируется. Будет ли такое проводиться в этом году? И куда обращаться за компенсацией? С 2014 года нашему учреждению переданы отдельные государственные полномочия по осуществлению организации отдыха детей Приморского края. При выплате компенсации мы руководствуемся постановлением администрации Приморского края 40 ПА 2014 года. Данное постановление предусматривает обязательный перечень документов. Оригинал и копия паспорта родителя законных представителей, оригинал и копия свидетельства о рождении при наличии паспорта, оригинал отрывного талона, оригинал документа, подтверждающий оплату и обязательные реквизиты для перечисления. На сайте администрации Приморского края в данном разделе также есть реестр лагерей, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей. Данным правом могут воспользоваться родители, имеющие детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, включительно. Стоимость компенсации составляет 50% от стоимости путевок, но не более 8 тысяч рублей. Для малообеспеченных стоимость составляет 10 тысяч рублей при наличии справки, подтверждающей статус. Данная компенсация выплачивается детям, проживающим на территории Уссурийского городского округа. Данным правом можно воспользоваться до 15 декабря 2015 года. Прием документов осуществляется по адресу Некрасова, 66, кабинет 303. По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону 32 58 51.